Всем привет на канале Просто Германия. Сегодня мы с вами посмотрим, как выглядит природный детский садик Германии. Кто не знает, в Германии очень много методик воспитания в детских садах. Среди них вот и такие природный детский садик, или есть еще лесные детские сады. Они располагаются обычно в таких вот природных зонах, либо в самом лесу непосредственно, либо возле какой-то заповедной зоны. Вот этот садик, он находится возле заповедника. Буквально через дорожку там находится заповедник, и, в общем-то, дети могут пересечь ее, эту дорожку. Там находится большая, огромная еще детская площадка, а еще 500 метров уже начинается сам заповедник. И в этом заповеднике там тоже есть множество всевозможных интересностей для детей, что они могут изучать, исследовать. Ну, например, там есть пасека учебная, там есть тоже детская площадка, где дети могут лазить и кувыркаться. Также там есть такая площадка, где можно качать воду, да, и тоже там что-то делать. Везде в заповеднике стоят всевозможные таблички, где дети могут в картинках посмотреть, что здесь живет, и иногда даже встретить аиста, лису или зайца. В общем, в заповеднике там много чего для детей сделано. Ну и буквально вот, пожалуйста, рядышком этот детский садик. Здесь все сделано из натуральных материалов. Вон стоит даже там улей какой-то, песочницы. Достаточно большая территория. И с левой стороны, сейчас вы увидите, там в загородке пасутся овцы. То есть дети могут этих овечек наблюдать, погладить, в общем-то, и тоже какие-то там этапы жизни этих овец видеть. Ну, это, я считаю, здорово для деток целый день находиться на свежем воздухе и изучать окружающий мир. Единственный минус таких садиков то, что дети, конечно же, будут грязными, потому что они целый день находятся именно в природной среде, да, нет нигде асфальта, везде земля, травка и так далее. Но это даже, я считаю, большим плюсом. Как вы считаете, это плюс или это минус? Оставьте свои комментарии или поделитесь своим опытом, если ваш ребенок был в таком садике, понравился ли вам садик или все-таки вам хочется какого-то обычного садика. Всем пока-пока!